продолжаем уроки нравственного богословия. Напомню, что мы говорим о восьмой заповеди и разбираем известные слова апостола Павла из послания к Тимофею о том, что корень всех зол есть сребролюбие. Мы уже достаточно говорили на эту тему, и подводя итог прошлой беседы, можно сказать, что главное, как мы видели – что греховна не собственность сама по себе, а желание ей обладать, желание обогащения, похоть вещественная, похоть к вещам, к имуществу, алчба, жажда богатства, ненасытимость человека. Если вспоминаем отрывок из послания апостола Павла к Тимофею, мы видели там такие слова, хорошо быть благочестивым и довольным, то вот это извращенное отношение к собственности, это как раз недовольство. Недоволен всем человек, сколько бы ни было, он становится недоволен. Он недоволен. Выделенной ему мерой собственности. И совершенно не важно, какой ее номинал, важно, что человек всем тем, что у него есть, он недоволен. Но собственность то есть если источником греха, является именно не собственность, а жажда. Обладание собственностью, жажда, обладание все большей собственностью, любовь к вещам, любовь к богатству, любовь к такому собственному состоянию, при котором я могу позволить себе все, что хочу. Ведь и апостол Павел говорит, что не богатство является корнем всех зол, а сребролюбие. Не собственность является источником греха, а наше отношение к этой собственности, наша зависимость от этой собственности. Но мы именно ставим сами себя в зависимость от этой собственности, потому что именно собственность является для нас неким фундаментом нашего положения в этом мире. И вот такое отношение нашего сердца, оно есть, конечно же корень всех зол, потому что в самой собственности, как явление этого мира, как явлении, порожденным грехом, как явление, которое является плодом грехопадения, данностью этого мира, в самой собственности ничего спасительного и ничего благодатного нет самой по себе в ней нет чего-то демонического в ней нет и чего-то благодатного только наше отношение к собственности делает ее либо благодатной либо что чаще вот разрушающей мироздание если мы не делаем усилий, духовных усилий, сердечных усилий в отношении к собственности, то собственность очень легко пленяет человеческого, человеческое сердце. И как только в тот самый момент, когда сердце наше пленилось собственностью, когда сердце наше доверилось собственности, когда в сердце совершенно очевидно вот укоренилась мысль, когда ум принял этот помысел и сказал, что все мое бытие в этом мире всецело зависит от собственности и обеспечивается собственностью, так только человек начинает стремиться всячески утвердить свое здесь бытие. Он всячески пытается сделать себя все устойчивее, все стабильнее, все независимее, а тем самым все глубже и глубже погружаются именно в это бытие, забыв о том, что мы созданы для грядущей жизни, забыв о том, что, как говорит апостол Павел, мы странники и пришельцы на земле, что мы ничего отсюда взять не сможем. Вот это от, Отворачивание, отвержение, отвлечение ума от сосредоточенности в Боге, оно погружает нас в мир. И тогда главное, что пленяет нас, это именно желание сделать свое сде бытие как можно более устойчивым, потому что надеяться нам больше не, не на что вся наша надежда это именно в том, что обеспечивает более или менее стабильное здесь существование, это собственность. И вопреки всякому здравому смыслу в отношении того, что собственность временно, тленна, что любой сильный может у меня ее отнять, что могут прийти стихии, что могут прийти враги, и я останусь совершенно... Нищим и ногим, что может прийти болезнь, и вся собственность нисколько не поможет. Вопреки всем этим размышлениям, они уже ничего не могут. Как только мы поверили, что собственность является основанием нашего здешнего всем мире бытия, так уже никакие слова, никакие образы, никакие мысли, никакие усилия не способны человека оторвать от этой жажды э, утвердить свое э, собственническое бытие сделать свою собственность все больше и больше ведь потому что всегда хочется все больше и больше и только благодать Божья только э, пере Возвращение ума, обращение ума к источнику вечной жизни, к котором, об, которому, обратившись, мы начинаем переосмысливать всю нашу жизнь и все наше отношение к тому, что есть. А стало быть, и от, мы снова вспоминаем то, что здесь мы временно, что ждет нас вечное, нетленное царство, вот только так постепенно мы можем снова оторвать свое сердце по благодати Божьей от погруженности в мир. И в силу этого человек, который еще не пленен собственностью, который еще владеет собой, если он христианин, для него очень важно получается единственный способ относиться к собственности ему у него находящейся ему принадлежащей как собственности не своей как только человек начинает понимать что это его ему принадлежащее он как бы продолжает свое личностное бытие в эту собственность он свое лицо, свое «я» начинает соотносить с собственностью и понимает, что его величие, его достоинство, его э, лицо, оно как-то связано с количеством и качеством имеющейся у него собственности. Как только он э, позволил себе так думать, Естественно, он начинает собственностью кичиться, от отсутствия собственности начинает страдать, и сразу попадает, и в том, и в другом случае попадает в зависимость от собственности, и начинает ее жаждать, за нее цепляться, и в ней, и через нее утверждать свое личностное бытие. И поэтому единственным способом это не допустить, это считать собственность не своей, собственность, да, собственность дана мне, дана от Бога, и только такое отношение, как мы видели, читая еще апостола Павла, его первое послание к Коринфянам, 7 главу, где он говорит о том, что пользующиеся миром, сим должны быть как бы не пользующиеся, или слова из... В из 63-го, кажется, псалма о том, что богатство, если течет, не прилагай сердца. Или те же слова Иисуса Христа, сказанные богатому юноше, о том, что трудно богатому войти в Царство Божье, не сказано, невозможно. Хотя мы слыша и читая эти слова, почему-то считаем, что именно так сказано. Нет, просто очень трудно, очень трудно человеку, имеющему богатство, относиться к нему, как к чужому, что он будто только распределитель, и Бог дал ему это богатство и спросит с него за то, как он распоряжался, распоряжался веренной ему собственностью. Но мы видим, что вот при всей скажем, сложности даже рассуждения об этом, а не то, что осуществление этого, мы видим, что люди могли так относиться к богатству. Но, разумеется, первый среди прочих в этом ряду стоит праведный Иов, который был чрезвычайно, по всей видимости, богат и для той эпохи, уж тем более для нашей эпохи, и Человек этот, лишившись не постепенно, а в одночасье всего, тем не менее не впал в отчаяние, не впал даже в уныние, а смог спокойно сказать, что он нагим родился, нагим он и умрет, ничего в мире взять не может из этого, и поэтому Бог дал, Бог и взял, и благословил имя Божье. То есть даже человек, совершенно богатый и потом еще более богатый, он мог правильно относиться к богатству именно как к данному Богу. И постоянная как бы, проверка себя на отношение к этому, как он правильно ли относится к богатству, судя по всему, было для него милостивое отношение к людям. Он действительно вникал во все беды, во все нужды окружающих его людей, именно как человек, понимающий, для чего ему дано это богатство. Но и в жизни не столь отдаленной и не столь э, одухотворенной, как библейские времена, в жизни почти что современной мы знаем, скажем, людей, живущих на рубеже 19-20 веков. Это личности известные, не значит, что их только двое, их было на самом деле достаточно много, но вот и продолжают такие люди появляться и сейчас. Но это вот христоматийные примеры, скажем, преподобный Серафим, Вырицкий, человек, чрезвычайно по тогдашним меркам богатый человек, занимающийся меховым бизнесом, причем русским меховым бизнесом до революции, это было очень выгодно, очень богато. И вот он никогда не прилеплялся к этому богату, богатству, всегда считая себя, что это богатство ему дано для того, чтобы он делал то, ради чего это богатство ему дано. И в конце концов отдал все, стал монахом, известным старцем Серафимом Вырицким. И другой известный пример тоже подобного же свойства, характера и времени. Это известный предприниматель Иннокентий Серебряков, золотопромышленник, получивший огромное состояние и никогда к нему не прилеплявшийся, но и не разбазаривший его, не транжировавший его, а именно решавший с помощью этого богатства те задачи, которые он так считал, были указаны ему промыслом Божьим, помогал тем, причем не просто там какие-то милости, а строил здания, комплексы, учебные заведения, финансировал, спонсировал, хромоздательством занимался, в общем, вел активную благотворительность и в конце концов тоже ушел на Афон, где постригся монахи, оставив все. То есть это действительно возможно. Важно именно само по себе не собственность, страшность ребролюбия, любовь к стяжанию, любовь к деньгам, любовь к богатству. И оно именно тем и страшно, что человек сливается с миром, погружается в мир, вся его опора – все его упование становится именно богатство он э, надеется на богатство и а не на бога и этим конечно возлюбляет богатство потому что в нем видит всю опору своей жизни стало быть теряет любовь к богу а стало быть никакой возможности войти в мир вечной жизни он не имеет потому что он не найдет там богатство он сокровище свое, сердце свое положил в земные стяжания, и покоя в мире, где нет стяжаний, он не обретет. А вторая беда в том, что он просто прилепился именно к миру, сцепился с ним, он думает только о мирском, и в отношении того, что надо приумножать богатство, и в отношении того, что только через восприятие другими моего богатства я могу ощутить и позиционировать себя как некое лицо, то есть сам по себе я ничего не, не, не перед своим собственным э, взглядом, не перед взглядом других я сам по себе ничего не значу, я допустил мысль, что все мое я, оно э, транслирует себя, позиционирует себя через богатство, через собственность, которую у меня есть, и только в, вот в, посредством собственности я могу рассказать о себе, предъявить людям свое я, и таким образом, конечно, я растворяется в мире, оно истончается, сцепляется с этим миром, исчезает в этом мире, и тогда действительно получается так, как сказано об этом в Евангелии, когда человек умирает, душу приходится истяжать, вытаскивать, вырывать ее. Вот, выплавливать ее из этого мира, ее вот именно как запутавшуюся в сетях, просто рвут когтями, вырывая э, склочками, потому что действительно от души ничего не остается. Вот э, вся она смешалась с этим миром. И вот в связи с этим очень интересный э, обычай был, ну скажем, на Руси. Э, очевидно, он был в Византии, просто мы про это меньше знаем. Не могли же русские этого придумать. Скорее всего, это было унаследовано, но в, в русской традиции это проявилось очень характерно. Мы про это знаем хорошо, что когда люди взрослые люди достигали некоего порога своей жизни, они оставляли имение своим детям, делали наследство распоряжение а сами уходили в монастырь. С современной точки зрения это может показаться наигранным, вот, типа, ну какая разница, все равно тебе не сегодня, завтра помирать, только делаешь вид, что э, ты благочестив, а на самом деле всю жизнь прожил собственностью, всю жизнь э, думал о стяжании, о приобретении, а вот только под конец, да и то есть, и заболел, вот человек оставляет имение, идет в монастырь, все это лицемерно, все это ложно, а нет на самом деле. Это был очень важный духовный шаг. Человек понимал, что ему нужно разорвать самостоятельно свою связь с этим миром, отказаться от собственности, перестать вот, э, мыслить о себе как человеке, имеющем собственность, отказаться от нее. Только так можно действительно предстать перед Богом э, в состоянии, когда между мной и Богом собственность не стоит. Когда я есть я такой, какой предстаю перед Богом и не заслоняю себя ни перед людьми, ни перед Богом вот представлением о количестве имеющейся у меня собственности. Если кто-то думает, что это легко, пусть попробует сделать это сам, когда наступит его срок и его старость лет или болезнь. Это очень трудно сделать. И вот эта способность русских, старых русских людей делать это, отказываться от собственности совершенно, разрывать свою связь с миром, говорит о том, что они на самом деле и в процессе жизни умели правильно относиться к собственности, считая это даром Божьим, и могли не прилепляться к ней сердцем, хотя и казалось, что они вполне ничего себе успешные с точки зрения стяжания, стяжательства люди. Еще должно сказать и об о некой особой теме в отношении к восьмой заповеди несколько неожиданной теме для современного церковного христианского сознания. Вот как написано об этом в книге пророка Малахии, третья глава, начиная с седьмого стиха. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Савол. Вы скажете, как нам обратиться, можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваофф не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградные лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженные будут называть вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф. Таким образом считается, что Слово Божье утверждает, что удерживание десятины считается кражей, обкрадыванием Бога, является святотатством. Все, что у человека, как мы видели по свидетельству Священного Писания, да и просто, скажем, в неком здравомыслий всякого верующего человека, все, что есть у человека, все дано ему Богом. А давать, возвращать данное человеку богатство есть очень важный бытийный, если угодно, онтологический принцип. Когда человек возвращает Богу то, что у него есть, то освещается все возвращаемое и возвращающее. Бог дает человеку нечто, будь то сто рублей, будь то здоровье, вся жизнь или жизнь своего сына, благодать, царство. Если человек возвращает это, Говорит, что это Твое, Господь, это Ты мне дал, и только тебе это принадлежит, и только Ты знаешь, как этим распорядиться, и что мне с этим делать. Тогда то, что возвращает человек, освещается, и то, что, и тот, кто возвращает Богу, тот тоже освещается. Это, если угодно, можно назвать евхаристическим принципом, так как он выражен ярче всего в евхаристии ⁇ Твоя от Твоих, тебе приносящий ⁇ Вот это ⁇ Твоя от Твоих ⁇ То, что Ты мне дал, я возвращаю тебе, потому что по праву это принадлежит тебе, и только Ты знаешь, что с этим делать. Вот это возвращение, но есть некая правда некая правда для того, чтобы научить человека не только жертвовать, но жить в состоянии, что все постоянное переживание, что все дано Богом, только Он источник всякого блага совершенно, что только Он источник всего, что у меня есть. И только он действительно, просто как факт, как данность, как высшая правда, только он и может всем этим управиться, только с ним вместе я могу пользоваться всеми дарами, которыми Бог меня снабжает. Какие бы они ни были эти дары. Но в самом отрывке читанном разговор даже более прагматичный, он не до такой высокой ноте происходит, он гораздо проще ведется. Господь, зная трудность человеку, Он, что человеку трудно делать добро, жертвовать, отдавать, трудно вместить эту мысль о своей зависимости от Бога, Он не просто требует, что вы должны отдавать. Он обещает вознаградить изобилием того, кто дает. Хотя бы говорит, испытайте меня тем, вот, что вы даете десятину, вместо этого я открою вас отверстие, для вас отверстие небесное и залью на вас до избытка всякое благословение. Все это для того, чтобы научить человека отдавать, чтобы научить человека щедрости чтобы научить человека простому опытному переживанию, что все отданное, все, что человек отдает, производит обилие благодати, что все отданное приумножает благодать внутри человека, что все, что человек отдает, возвращается к нему всегда с ториц, что отданное время – Какое-то вот несколько часов в течение дня Богу в молитве освещает весь день, что отданное Богу воскресенье освещает и неводит благословение на всю неделю, что отданный Богу великий пост освещает весь год, что отданное скажем приношение начаток какого-то урожая прибытка, что Он освящает весь этот урожай, весь этот прибыток, делая его источником блага для моего дома, не так, что все нажитое уходит как песок сквозь пальцы. Все, что мы отдаем Богу малого, возвращается нам великим приумножением и изобилием. Об этом же, в частности, говорит и сам Христос в Евангелии от Луки. Подавайте милостыни из того, что у вас есть, тогда все у вас будет чисто. Это выход для всякой собственности. Если человек отдает десятину в храм, потому что это Божье, и Бог поручил людям заботиться о храме и о людях, которые находятся на попечении храма, и отдавание милостыни тем, кто в ней нуждается, приводит к тому, что вся наша собственность, все, что у нас есть, становится благословенным и действительно не является соблазном ко греху, а наоборот является благословением так, что само общение с собственностью назидает нас Боги, открывая для нас источники познания Его щедрости, любви и заботы.